Дорогие друзья, в прошлом году, 15 июня, отмечался не только мундиаль открытия чемпионата мира по футболу в России, но еще и большой праздник музыки, юбилей одного из любимейших у нас в стране зарубежных композиторов Эдварда Грига. И поскольку юбилейный год вот-вот завершается, мы решили эту дату тоже отметить. И сейчас, дорогие друзья, прозвучит знаменитая виолончельная соната Эдварда Грига, которую он посвятил своему родному брату, виолончелисту Йону Григу. Итак, Эдвард Григ, соната ля минор для виолончели и фортепиано в трех частях. Не знаю, бывают ли теплые фьорды, как теплым бывает оттенок стальной, так в музыке Грига сплетаются фьордов аккорды и трепетность русской души неземной.